Депутаты Мажилиса посетили села Западно-Казахстанской области, которые накрыли паводки. В ауле Шалгын от большой воды сильно пострадало здание школы. Половина из 45 домов непригодна для жилья. Людей расселили в уцелевшие дома. Большинство из них, несмотря на ежегодные паводки, не желают покидать родное село. На месте сейчас работает спецкомиссия, она подсчитывает убытки. Напомним, в Каратабинском районе объявлено чрезвычайное положение. В этой связи комиссия приняла решение о строительстве новой школы на 60 мест без лишних бюрократических процедур. Мажилисмены побывали и в Павлодарской области. Здесь, в селе Рождественское, от талых вод пострадали около 30 домов. В регионе также объявлена чрезвычайная ситуация. Около 100 жителей эвакуированы в безопасное место. С самого начала, вот с 31 марта, как вот в селе Рождественском произошла эта ситуация с паводками талых вод, мы были на связи с регионами, мы тоже мониторили. И вот сегодня мы приехали в регион для того, чтобы своими глазами увидеть, как это произошло, какие последствия. В целом, вот на сегодняшний день мы видим, что ситуация стабилизирована. Но понятное дело, что сейчас необходимо думать о последствиях.